Смотрю сегодня за обедом канал НТВ так, в фоновом режиме. И там сообщают, в Сочи начался снос домов, построенных у берега моря. При этом квартиры распроданы. Никаких выплат за приобретенные квартиры не будет. То есть люди как хотят, так и поступают. Значит, застройщик решил построить дома возле моря, там где-то большие, этажей на 12 примерно. Люди купили квартиры, при этом вроде бы как он там что-то согласовал, что строительство началось, а потом оказалось, что там строить нельзя. Близко возле моря и прочее, прочее, прочее. Где были органы надзора, где было вообще государство в целом, как-то неясно, непонятно. И вот смотрите, что получается. Люди, которые потратили, возможно, всю свою жизнь для того, чтобы накопить средства, купить квартиру возле моря, оказались ни при чем. При этом общество, в котором они живут, государство, в котором они живут, просто разводит руки, и тоже оно ни при чем. То есть, если это была афера с самого начала, почему она не была пресечена на уровне мысли только, замысла? Почему это не было сделано? И вот теперь смотрите далее, что с этими людьми произойдет. Естественно, у них произойдет сильнейший эмоциональный срыв. Деньги потеряны. Годы, которые они потратили на то, чтобы заработать эти средства, и лучшие надежды на светлое будущее, все разбито. Я все подбираю слова, как бы это мягко сказать, как одна там женщина, как раз попавшая в эту историю, подбирала. Значит, будет, естественно, срыв у человека. В голове все бурлит, клокочет. Естественно, давление подскочит. Естественно, гормональный там фон поменяется. Больше там адреналина будет. Естественно, функции станут. Где-то будет запор, где-то там несварение, где-то еще что-то. Возникнут разного рода мысли. Кончая мстить кому-то, хочется, значит, выступать, то есть хочется бунтовать, только не поймешь против кого, все ни при чем. Хочется, значит, покинуть жизнь. И против вот этого всего далее предлагается лечение. А, ну вы поволновались. Ну что вы, мы вам дадим успокаивающие травки, народная медицина, релакс, гипноз, наконец-таки антидепрессанты. Если этого окажется мало, мы вас положим в психбольницу, и уже там капитально вы пройдете курс, чтобы вы не волновались по этому поводу. То есть важно понимать, что все, что творится вокруг человека, и то, как он это все воспринимает, как он к этому относится, естественно, влияет на его состояние и на его здоровье. И если вот такие вот, будем говорить, денежные потери и перечеркивание светлого будущего лечить успокаивающим, теплыми ваннами, антидепрессантами или психушкой, ну вот так вот поступают на самом деле. То есть какой-то маразм, верните человеку деньги, и он, глядишь, успокоится. Либо дайте квартиры в другом месте. То есть этим видео я хочу вот еще разок показать, что важно правильно толковать следствие, причины, последствия болезни
и последующее лечение. Это очень важно понимать.